Война и мир. Том 3. Часть 2. Глава 37. Краткое содержание. Андрея привезли в палатку врачей. На соседнем столе татарину резали что-то на спине. Самому Андрею провели операцию, в ходе которой он потерял сознание от боли. И тут Балконский понял, что на соседнем столе Анатоль Курагин, которому отрезали ногу. И Андрей простил его. И простил всех людей, и исполнился милосердие. Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными любовными слезами над людьми, над собой и над их своими заблуждениями. Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам, да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Мария и которой я не понимал. Вот от чего мне жалко было жизни. Вот оно то, что еще оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно, я знаю это. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.